Ну, здесь практически весь светильник сделан с автодеталей. То есть есть автодетали, это шестерни маслонасоса, это подшипник коробки автомат и это гидроблок коробки автомат с Mercedes. Вот, состояние доведен до состояния блеска, так скажем, тонко. И вот такой аппарат получается интересный. А как изначально выглядела штуковина? Изначально штуковина выглядела где-то вот так. Вот такая штучка получается. То есть, как ты это очищал? Ну, немножко времени, труда и с помощью... Это все шлифуется, полируется и красится, и потом опять полируется. Красится, чтобы были темные внутренние каналы, они должны, ну, то, чтобы так выделялась полированная часть. Она когда, ну, алюминий, он теряется, получается, если не покрашено темным. Темным, когда красишь, тогда выделяются полированные части, и получается такая красивая штучка. Это бушная деталь? Да, это все... Детали с бэушных, так сказать, отработанных коробок передач. Вот. И с них получаются такие элементы. В основном люди это все сдают на металлолом. Вот. И получается такая, хотя можно сделать такие вот интересные вещи.